Мы с Клайвом были вместе с самого начала. После дня Д мы собрали всех белых ворон, каких нашли, и создали скорпионов. Мы стали самым жутким кошмаром нацистов. Рад тебя видеть, Кэп. Пора ввести тебя в курс дела. Эта юная леди сумела отыскать нас обоих. Это Джинни Уильямс. Джинни Уильямс. Tagen nicht gesehen. Tja, als der General eintraf, sollte sich Klaus eigentlich um ihn kümmern. Oh nein, warum Klaus? Der ist unfähig. Sein Vater hat Verbindungen in Berlin, deswegen ist er hier. Der General war nicht sehr erfreut, als Klaus drei Stunden zu. Klingt nicht gut für Klaus. Я надеюсь, вы уже на огневой позиции? Готов к бою. Готов убивать нацистов. Почему вы сводите все к убийству? Кросс сказал, что он на месте. Поспешите. В ее возрасте меня бы взгрели за такие беседы со старшим по званию. Отец явно не учил ее манерам. Thank you.
Вы рядом с огневой позицией Альфа. Мощности этих орудий вполне хватит, чтобы взорвать суперпушку. Что вы справились с заданием, капитан. Этой пушке кранты. Как там Кросс? Не выходит на связь, а пушка цела. Может, стоит его проведать? Клайв работает тихо. Это не мой стиль. Я хочу, чтобы нацист взглянул в глаза тому, кто его убьет, и... С меня хватит жутких подробностей, капитан. Идите туда. Вдруг Кроссу нужна ваша помощь. Конец связи. Я хочу, чтобы он знал. Конец связи. Она что, отключилась? Koordinierte Angriffe. Wir haben die verantwortlichen Terroristen gefasst und... Vertuschung! Es sollte nicht bekannt werden, dass ein einziger Mann dafür verantwortlich war. Und das ist erst der Anfang. Alle anderen Vorfälle wurden unter den Teppich gekehrt. Wenn ein U-Boot gesunken ist oder es eine Naturkatastrophe gab, war es wahrscheinlich der Putzemann. Jetzt hör auf. Und er ist hier? Wir werden also Helden sein, wenn wir ihn ausschalten und an die Eule übergeben? Mann, deinen Optimismus möchte ich haben. Thank you.
Гарри, прием. Конец пути, приятель. Не устраивай сцен, просто сдайся моим друзьям, ладно? Что? Не понял. Они тебя поймали? Я шпион, дубина. Я всегда был на службе немецкой империи. Клайв Кросс — не настоящее имя. Я снял жетон из какого-то дохлого унтерменша. Сдавайся. Вот сука! Прием! Клайв — предатель! Ага, он уже пытался меня убить. Я не знала. Он пришел ко мне и сказал, что поможет найти вас, а я поверила этому гребаному предателю. Спокойно. Где вы сейчас? Где мне искать Кросса? Он сидит в суперпушке и наводит ее на меня. Мы должны ее уничтожить. Und trotzdem kam sofort ein...
Капитан! Прием, капитан! Это Кросс! Он... Что там, Кросс? Черт возьми! Я скоро приду!
Капитан, нам нужно поспешить. Кросс может выстрелить в любую минуту. Ладно, попробую. Буду импровизировать. Даже не верится, что ты сумел выжить.